Британец выполнил опасный трюк на крыше небоскреба. Дэвид Нильмс пробежал без страховки по крыше, перепрыгивая через огромные щели. Британский экстремал Дэвид Нильмс выполнил опасный трюк на крыше небоскреба в Дубае и опубликовал видеозапись в Инстаграм. В ролике Нильмс стоит на вершине 43-этажного здания Элдар в районе Дубай-Марина, а затем бежит без страховки, перепрыгивая через огромные щели в крыше. Несмонтированное видео прогулки по крыше в Дубае. Некоторые люди думали, что это фейк, прокомментировал Нильмс видео. Как сообщал корреспондент Нет, ранее украинские экстремал Станислав Анюта прошел по канату между воздушными шарами, установив национальный рекорд. В Чернобыльской зоне погиб белорус-экстремал. По материалам сайта news.com.